Сегодня 14 ноября, у нас резко похолодало, и на этой неделе обещают, уже и будет минус 10, так что срочно сегодня-завтра буду убирать зеленый лук. Прошло фактически 2 месяца, без 5 дней растет этот зеленый лук. Да, мне нравится он. Не болеет, все хорошо с ним. Срежу, взвешу и вам отчитаюсь, выгодно ли выращивать вот так вот в поздней осенней культуре лук на зелень из сеянки, покупая ее по той цене, которую нам предлагают в магазинах. Вот брала я по 110 гривен килограмм этой сеянки, посадила весь этот килограмм, а лук у нас зеленый сейчас 150 гривен за килограмм. Вот выиграю я хоть что-то или проще купить готовый зеленый лук, чем вот так его выращивать. Вот эта гора лука, срезала его в теплице. Сейчас выключат свет, не успеваешь ничего делать, света постоянно нет. Посмотрите, сколько лука, я его взвесила, уже при вас взвешивать не буду, потому что он уже взвешенный. Поверьте мне на слово, здесь 1 килограмм и 100 грамм. С килограмма лука сеянки. Получается, если бабульки продают вот такой маленький пучочек, а то еще меньше, по 20 гривень пучочек, то здесь выйдет, конечно, более 10 пучков, а может быть и даже 20 пучков здесь выйдет. Поэтому вот так выращивать зеленый лук в осеннее время в теплице и продавать его на рынке, конечно, очень выгодно. Ну, если для себя брать, тоже выгодно, потому что я смотрела в одном месте 150 гривен лук зеленый, в другом месте уже 200 гривен лук зеленый. Поэтому получается как бы отдача 1 к полутора или 1 к 2. Так что выращивать лук выгодно и полезно. Даже для себя я его заморожу, раздам своим детям. И будет у нас зеленый лук в течение какой-то части времени зимы. А также сейчас активно едим. Вот честно скажу, вот сегодня я уже его наелась очень много. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока, всем удачи. Смотрите дальше мои полезные видео. Берите для себя самое вам нужное и ценное. Пользуйтесь моими советами, моим опытом, моими знаниями, которые я безвозмездно передаю вам. Я хочу, чтобы мы все были с урожаем, чтобы мы не даром тратили свое время на выращивание чего-то, чтобы все, что мы выращиваем, приносило нам доход, и мы от этого радовались, что мы живем на земле, мы пользуемся плодами своего труда, и мы самодостаточны. Всем пока-пока, всем удачи!